мы возвращаемся и будем пересекать опять этот подвесной мост, по-английски swing bridge. Swing — это раскачиваться, и bridge — мост. Вот давайте посмотрим высоту. Вот река спокойно течет, красиво вокруг, красивые места, Южный Орегон, конец октября 2013 года. Итак, вперед! Этот раз, если честно, коленки уже не так дрожат. Высота, я думаю, с 5-6-этажный, 7-этажный дом. Может, 9-этажный. Так, двигаемся, дует ветерок. Остановились. Опять посмотрели вниз. Оглянулись назад. Вот мы на середине, смотрим вниз, смотрим в другую сторону. И двигаемся вперед. Интересно, камни расположены один на другом. Итак, прошли мы мост. Как сказали бы американцы, we made it. Мы совершили это. Мы достигли цели. Я также желаю вам достичь всех ваших целей по изучению английского. С вами была Валентина Шамова из Америки с каналом englishchannel.ru. До скорых встреч. До свидания.